Бывают матчи, когда неважно, кто играет. Хотя бы потому, что играются они не где-нибудь, а на знаменитом Уэмбли. Георгий Черданцев и Константин Генич работают из Лондона и работают, конечно же, с особым настроем. Сегодня Англия сыграет со сборной Бразилии. Будем смотреть сегодня матч сборной. Jordan Henderson. Number 7, Eric Geyer. Number 18, Jake Livermore. And number 21, Jamie Vardy. Интересная особенность стадиона Уэмбли заключается в том, что это стадион для всех финалов кубков, которые проводятся в Англии, и даже полуфиналов. А официальное открытие состоялось 19 мая 2007 года матчем за Кубок Англии между Манчестер Юнайтед и Челси. Да, и в том матче победил лондонский клуб, ну, в Лондоне встреча, и победил Челси, наверное, здесь все понятно. И тогда Челси взял 4-й Кубок Англии в своей истории. И вот мы видим состав хозяев. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Лично я жду от этой команды в первую очередь тотального контроля мяча. Они приложат максимум усилий, чтобы соперник проводил с ним как можно меньше времени. Знаешь, вполне логично, после окончания матча будет увидеть превосходство в количестве передач в 2, а то и в 3 раза. Все готово к началу первого тайма. Поехали! Мяч за боковой линией. Фил Джонс. Хендерсон. Пока неплохо. Кайл Уокер. Джейми Варди. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Посмотри, как момент поймал, идеально выложил мяч партнеру. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Смотрим повтор гола. Прекрасный навес и точное завершение. Просто прекрасно пробил головой. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Паулини. Жезус. Посмотрим за этой атакой. Отличная передача, но атака все-таки сорвалась. Паулини. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Хендерсон. Джейми Варди. Хороший пас. Варди отдает. И подает в штрафную. Мимо мяч проходит, но было опасно.
Паулиньо. Отлично отбор, но кому достанется мяч? Джон Стоунс. Фил Джонс. Хендерсон. Кайл Уокер. Пижонский пас, но точный. Отлично сыграно, надо решать. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Кайл Уокер. Мяч в штрафной, не может его вынести защита. Нет, не дошел этот пас до адреса. Удар! И это гол! Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве, он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Паулини. Джезус. Джон Стоунс. Кайл Уокер. Тут может что-то получиться. Мяч в атаке. Что дальше будет? Передача головой. Мяч по-прежнему у них. Джордан Хендерсон. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть... Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Прозвучал свисток. И это значит, что развития атаки уже не будет. Офсайд. Кайл Уокер. Эрик Дайер. Казимир. Джезус. Марсело. Может получиться интересная атака. Марсело. Неймар. Мяч потерян. Отличный перехват. Альвес да Сильва. И ближе к воротам игра переходит. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Джейми Варди. Казимир. Коутиньо. Джезус. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Филиппе Коутиньо ставит корпус, не расстается с мячом. Альвес да Сильва. Коутиньо. Оставляет мяч. Бить тут надо. Всю работу за голкипера сделал. Тот может отдохнуть пока. Мяч ушел на угловой. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. И подача на дальнюю штангу. Опасно было. Очень неплохо он пробил головой. Добрался он все-таки до мяча и смог нанести прицельный удар. Только вот чуть-чуть не повезло. Мяч прошел рядом со штангой. Неудачно распорядился игрок мячом. Какая техника. Как он обращает? Джезус! Какое спасение! Очень здорово играет голкипер. Невероятная реакция.
Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. И навес чуть назад. Не прошла эта передача мяч у соперника. Вперед он мяч тащит. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Рэшфорд. Дани Алвес. Пока неплохо. Здесь защита справляется, мяч отобран. Жезус. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Защита надежно играет, мяч отобран. Кайл Уокер. Джейми Варди. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Паулиньо. Снова точный пас в его исполнении. Любимый счет Бориса Александровича Майорова. 2-0. Хороший первый тайм он провел. Хорошо он играет, уже и гол успел забить. Ведет его команда после первого тайма, а значит, полдела сделано. Кайл Уокер. Джейми Варди. Мяч в штрафной, не может... Нет, не дошел этот пас до адреса. Удар! И это гол! Неудачно. Какая техника, как он обращается. Жезус! Возвращаемся на Уэмбли. Паулиньо. Отлично сыграно, надо решать. Неймар. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Шанс убежать в контратаку есть у команды. Рэшфорд. Райан Бертран. Выбивает вратарь мяч после навеса. Жезус. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасно. Подача Чеми. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Нет, не дошел этот пас до адреса. Казимир. Из этой атаки может получиться... Уаннак. Жезус! Ну и исполнил. Повеселил публику и соперника. А вот самому ему сейчас не до смеха. Да, форварду в этом эпизоде просто не хватило хладнокровия довести начатое до логического завершения.
Эрик Дай. Решфорд. Райан Бертран. Посмотрим за этой атакой. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Райан Бертран. Эрик Дай. Отличный момент. Но оборона на высоте. Казимир. Марсело Виера. Жезус. Тут может что-то получиться. Эрик Дай. Решфорд. Райан Бертран. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить головой, и получилось, ну, то, что получилось. Ничего серьезного, все здоровы, просто обычная замена. Эрик Дай. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Коутиньо. Алвес. Фернандиньо. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Паулини. Англичане флангом атакуют, там есть свободная зона. Кайл Уокер. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Завершилась эта атака, и вратарь готовится ввести мяч в игру ударом от ворот. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Казимир. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Роберто Фермин. Марсело. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Пока неплохо. Джейми Варди. Кайл Уокер. Джейми Варди. Штрафной подачи есть там. Гол! Высший пилотаж в игре на втором этаже. Здорово он сыграл, согласись. Отличная передача. Вы только посмотрите, как точно мяч пришелся на голову. Ай да гол! Сыграно как по нотам. Посмотрите, какой кросс. Предельно точный, зрячий. Выложил как на блюде. А он вообще мастер на такие передачи. Весь мир об этом знает. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь бессилен. Да там никто вообще дернуться не успел, включая даже защитника. Substitution for England. Coming off the pitch. Number 18. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Казимир. Может получиться интересная атака. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Джордан Хендерсон. Пошли последние 10 минут игры. Англичане флангом атакуют, там есть свободная зона. Вот может быть опасно. Хороший момент, но защитник на высоте. Отлично сыграно, надо решать. Джордан Хендерсон. Алекс Окслейд-Чемберлен. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Джейми Вард. Отличный удар.
Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Похоже, тренер готов произвести замену. Самое скопление игроков. Отскок в поле от перекладины. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Оксленд-Чемберлен. Это может быть опасно. Неймар. Виллиан. Те, кто ведут, похоже, не хотят, а те, кто отстают, похоже, не могут. Не думаю, что последние минуты принесут нам какую-то детективную интригу. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Блестящий. И это должен быть гол! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Роберто Фермино. Паутиньо. Защита справляется. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Итак, что сказать, подводя итоги. Матч шел в одни ворота. Это, наверное, главное. Да, и мы с тобой прекрасно знаем, где эти ворота стоят и кто в этих воротах находится. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действиями. Что касается его визави, то у него должны быть смешанные чувства. Он провел великолепный матч, забил много, даже очень много. Но его подвели партнеры, и команда все равно уступила. Ну, что сказать, по большому счету нечего. Ничего не создал, ничего не реализовал. Провальный матч. Кайл Уокер. Джейми Варди. Штрафной не может... Нет, не дошел этот пас до адреса. Удар! И это гол! Джейми Варди. Штрафную подачу. Есть там кому... Гол! Высший пилотаж в игре на втором этаже. Джейми Варди. Отличный удар. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Самое скопление игроков в угловой поле.